Всех приветствую на канале Халяль Рум в рубрике красоты. Итак, это гель для умывания с манго для сухой и нормальной кожи. Если посмотреть, то в объеме тут примерно 100 миллиграмм. У него тоже есть удобные прекрасные свойства как дозатор. Это очень круто и очень удобно, как по мне. Но у него прозрачный, немножко желтоватый такой цвет. Абсолютно капельку, может просто что из-за света у меня так видно. Тоже, смотрите, делаешь определенные какие-то небольшие движения, и уже все круто пенится, и вы же понимаете, как это все круто наносится на вашу кожу. Смотрите, плавными движениями, и мы быстро сделали пенку просто на коже. Очень хорошо наносится, как вы заметили, быстро пенится. Очень удобная упаковка, то есть очень удобно использовать дозатор. Есть определенные дозы, которые вы можете использовать и не переборщить. Это очень здорово. Так, смотрим, что же у нас сзади. Сзади у нас есть наши два любимые значка. Кролик и веган. Первое, то, что говорит о том, что не тестируется на животных. То, что это веганский продукт. Также есть два сертификата на органичный продукт и натуральный продукт. Помним, что это все производство Украина, город Киев. Пройдемся по составу нашего геля для умывания. В состав входит манго, как видите, и также как дополнение еще кокос. Что же делает манго? Манго убирает сухость кожи и питает витаминами, такие как А, В, С, Д. Что же делает кокос? Кокос, он очень хорошо увлажняет кожу, и помимо этого, запоминаем, он еще хорошо разглаживает морщины. Сам вообще продукт очень круто очищает кожу, делает ее такой свежей, вкусно пахнущий, конечно же, не забываем об этом, с помощью этих просто невероятных запахов. И ваша кожа становится намного свежее. В принципе, по нанесению, так как и гель для умывания, да, вы можете использовать так, как вам удобно. Ну, например, гель для умывания, понятно, вы можете наносить либо пенистообразный и наносить на тело, либо на... с помощью определенной мочалки, то есть наносить и разносить по телу. Способ применения по умыванию вы можете также либо наносить себе на ладонь, делая небольшую пенку, и наносить на лицо, либо, если вам удобно, тогда делать это на ватный диск и таким образом наносить на лицо и, конечно же, потом все это смывать водой. Поэтому способы тут особо не расписаны. В принципе, каждый для себя выбирает удобный способ, в первую очередь для него. Поэтому продукты мне очень нравятся. Мне очень нравятся они по запахам, очень нравятся по текстурам и, в принципе, по нанесению и по их действиям. Поэтому каждым этим продуктом я очень довольна, мне нравится. Цена этого прекрасного геля для умывания стоит 50 гривен 40 копеек на сайте, который я вам указывала раньше. Поэтому, в принципе, я думаю, можно порадовать себя таким крутейшим ассортиментом, и не только себя, а, например, еще своих близких. Я думаю, что, в принципе, как и вы, так и ваши близкие оставятся довольны. Скажите, какие впечатления у вас? Вот мы уже с вами прошли 5 продуктов, остался еще один на закуску. Какие у вас впечатления, что вам понравилось, что бы вы хотели попробовать, пишите в комментариях, будет очень интересно. Если кому нужно будет что-то подробно
расписать, например, там сайты скинуть, либо расценки конкретного продукта, не стесняйтесь, пишите, мы с радостью вам ответим на все ваши интересующиеся вами вопросы. До новых встреч!